Так у Григория начинается утро. Выехать со двора или припарковаться даже опытному водителю удается с трудом. Виной всему накопившийся снег. Не убирает вот снег. Погода, наверное, в этом году не так пришел. Вообще снег. Не успевает, наверное. Особенно трудно сейчас проехать по внутриквартальным и внутридворовым дорогам. Но даже преодолев небольшое расстояние от дома до центральной дороги, водителям легче не становится. Выехать со двора вообще невозможно. И вообще по дороге невозможно ездить. Нигде не чищено. Однако страдают не только автовладельцы. Дворники работают с самого утра и практически без выходных. Снег-то мокрый. Встаем. Деваться некуда. Но сегодня вы со скольки начали работать? 7 утра. Работаем, сколько успеваем, столько работаем. Обильные осадки шли все выходные. По словам водителей и пешеходов, за 2 дня на дорогах не было видно ни одной снегоуборочной машины. Правда, в департаменте ЖКХ с этим утверждением не согласны. Там нам сказали, что техника работала, но не так активно, как сегодня. Многие автолюбители не хотят ждать коммунальщиков, а вот так вот, вооружившись лопатой, начинают откапывать свои автомобили. Порой за этим занятием можно провести полчаса, а то и час. Сегодня на уборке дорог в Нижнекамске было задействовано 57 единиц спецтехники и 650 рабочих. Но есть улицы на окраинах города, например, Чулман, еще вот есть у нас Чисмале, Ямле, там, ну вот эти улицы еще есть там подальше, и Чабинские мы не везде. Но я же говорю, пока вот центральные улицы уберем все полностью, потом переходим на те улицы, которые уже мы не успели. О том, что дороги должны быть чистыми, говорил сегодня мэр Нижнекамска Айдар Меджин на еженедельной планерке руководителей. Если в ноябре не было снега, то сейчас обильный снегопад, и, безусловно, это дополнительная нагрузка на наши коммунальные службы. Тем не менее, нам необходимо держать ситуацию, и мы будем ее держать под контролем. Дороги как в городе, так подчеркиваю, и в районе должны быть очищены, и в каждом доме должно быть тепло. По словам сотрудников ГИБДД, зачастую уборке снега мешают сами водители, оставляя машины в неположенном месте. Хочу обратиться к водителям, чтобы не оставляли свои машины на проезжей части и на центральных дорогах, там, где стоят знаки, потому что они мешают уборке снега, и дорога заужается. Также те машины, которые будут стоять под знаком «Остановка запрещена», их будут эвакуировать. Уже к вечеру магистральные дороги стали заметно чище. Уборка города будет производиться ежедневно, говорят коммунальщики. Единственное, что может тормозить их работу, это появление нового снегопада. Светлана Шумкова, Максим Липин, новости НТР.